В острых коммунальных и социальных проблемах каждую неделю разбирается моя коллега Ольга Распономарева в рамках скандального проекта «Пара ласковых». В нашу редакцию уже поступают десятки просьб о помощи. Мы хотим, чтобы нас увидели, что у нас творится в нашем доме. Так мы сходили вот эту зиму без печки, без этой, просто мы замерзали. Нормальная такая организованная преступная группа. Я два раза плавала в говне! Ты орешь? Два раза плавала! Я собственник! Вот и сиди дома! Ну что ты говоришь? Дайте мне землю, они говорят, мы не даем землю матерям-одиночкам. Прямо сейчас вот с крыши упала огромная глыба снега, это реально очень страшно. Прямо сейчас вы можете отсканировать QR-код, который на экране, и посмотреть сразу все серии этого проекта, а значит, прокачать социальную грамотность, чтобы сказать свои пару ласковых.